Уважаемые друзья Псковского яблока, здравствуйте. В январе 2022 года я стала депутатом Псковской городской думы. И за это время успела понять, как работает городской парламент. Люди обращаются ко мне с просьбой поддержать инициативу, полезную для города. Я рада помочь активным псковичам. Пишу депутатские запросы, общаюсь с руководителями комитетов управлений, с главой администрации города. Весной ко мне обратились спортсмены-дисгольфисты. Они хотели, чтобы в Пскове появилось место для игры в дисгольф и попросили им помочь. Очень приятно, что у нас получилось. И теперь в Финском парке у Кузнецкого моста стоит специальная корзина, где все желающие могут играть и тренироваться. Таких историй успеха будет больше, если в Думе появится несколько независимых депутатов. Все в наших руках. Для этого нужно обязательно прийти на выборы. Я баллотируюсь в новый состав городской думы от Псковского яблока. Мы идем на выборы как люди мира. Эта идея объединяет всех наших кандидатов и наших избирателей. Мы твердо убеждены, что только в мирное время страна может полноценно заботиться о людях, развивать экономику, вкладываться в образование и здравоохранение. У нас собралась отличная команда, единственная, готовая представлять интересы людей мира, наших единомышленников. Приходите голосовать именно в воскресенье, 11 сентября. В этот день на участках будут наблюдатели, и шансы на честные результаты выборов намного выше. Мы будем бороться за каждый ваш голос. Нам важен голос каждого честного человека. Спасибо. Татьяна Пасман.